Пейте эти напитки каждое утро, чтобы быстро потерять вес. Привет, друзья! Досмотрите это видео до конца. Сегодня я расскажу вам о полезных напитках. Если вы хотите похудеть, то стоит начинать свой день с полезного напитка, который поможет быстрее избавиться от лишних килограммов. Начав утро со стакана правильного напитка, вы можете ускорить похудение. Для того, чтобы быстрее избавиться от нежелательного жира, нужно начать здорово питаться и пить правильные напитки. Зеленый чай. Зеленый чай может ускорить ваш метаболизм, а это очень важный фактор для тех, кто хочет быстро похудеть. Кроме того, зеленый чай содержит катехины, антиоксиданты, доказавшие свою эффективность в сжигании жира. Исследования показывают, что экстракт зеленого чая, представляющий собой концентрированные катехины, снижает вес и содержание жира в организме. Матча. Начинайте свое утро с матча, который обеспечит вас антиоксидантами и сохранит ощущение сытости на несколько часов, так что вы не будете испытывать желание перекусить. Доказано, что зеленый чай матча усиливает сжигание жира, вызванное физическими упражнениями, поэтому если это вдохновляет вас, больше двигаться и пить его. Потенциал сжигания жира может быть достаточно значительным. Теплая вода с лимоном. Теплая вода с лимоном является отличным детокс-напитком. Лимон обладает множеством преимуществ благодаря содержанию антиоксидантов и пектиновых волокон. Причина, по которой этот напиток прекрасно подходит для похудения, заключается в том, что он увлажняет, не содержит калорий и может помочь выводить токсины из организма. Имбирный чай. Это еще один из лучших утренних напитков для быстрой потери веса, который вы можете пить. По словам диетологов, этот напиток может помочь облегчить расстройство желудка. Исследование влияния имбирного чая и того, что он может сделать для организма, показало, что потребление напитка может снизить массу тела и соотношение талии и бедер. Огуречная и мятная вода. Освежающий стакан воды с огурцом и мятой может помочь вам похудеть и избежать обезвоживания. Настойка воды с мятой и огурцом обладает множеством полезных для здоровья преимуществ, два из которых – поддержка потери веса и улучшение пищеварения. Кофе. Черный кофе без сахара и молока может помочь вам поскорее сбросить вес. Исследования показали, что кофе с кофеином может снизить потребление калорий и повысить метаболизм. Спасибо за внимание. Поставьте лайки и подпишитесь на мой канал.